Видно все. Ну, тогда так, прошу прощения, вебинар будет очень короткий, минут 15-20, я постараюсь уложиться за это время. К сожалению, тороплюсь, и публикации в течение 3 дней, 22-го, 24-го не будет, 25-го это выходной на рынке. Ну, в понедельник я продолжу публикации в стандартном режиме. Если будет возможность, то какие-то публикации могут появиться в течение ближайших 3 дней. Ну, вообще, как бы я взяла... Итак, значит, возвращаемся, как обычно, к тому раскладу, о котором я говорила ранее. То есть еще к 7 декабря, то есть это уже прошло 2 недели, смотрим, что происходило. То есть тогда я говорила о том, что пару пытаются перебросить, то есть в другой диапазон. Вот, говорила о том, что существует нейтральная вот эта зона 892-926. Она привязана к уровню 1.0900. Как вы видите, сейчас она просто активно проторговывается. Соответственно, торговля выше-ниже будет определять риски. С другой стороны, есть уровень 1.0800, который тоже как бы является границей. Вот. И, в принципе, удачно уже то, что цена, по крайней мере, находится выше уровня 1.0800. Что, в принципе, происходило за это время? Если посмотреть на схему по евро-доллару, то видно следующее. Очень четко вырисовывается граница риска среднесрочная 1.0800-1.0900. Почему можно о ней здесь говорить? Потому что огромное количество контрактов сейчас январских, которые торгуются по 8 января. Вот. В сравнении с тем, что есть помесячно далее, допустим, февральских, вот смотрите, тоже достаточное количество. Уровень 1.0700 – это сильный уровень. Вот здесь 1.0700 уровень тоже сильный, я как говорила уже в инструкциях контрактах, то есть только паровой уровень 1.0700 будет говорить о том, что да, пытаются уйти вот в этот вот агрессивный диапазон, вот, который ведет к паритету, ну и ниже, допустим, там в район 0.96. Вот таким вот образом получается. Далее, но пока держат выше 1.0700, соответственно, есть риски в все-таки возврата наверх к уровням 17-18, откуда пара слетела в свое время. Вот. То есть все это сохраняется. Итак, значит, наибольшее количество контрактов мы имеем по текущему месяцу, оно увеличивает это количество, и четко видна граница 800-900. Поэтому с точки зрения рисков необходимо наблюдать за размером премии за риск по уровню PUT 1.0800. Вот. В данном случае это 55, допустим, к примеру, премия за риск на текущий день по этому виду контрактов, и 1.0900 уровень, вот он, получается 88 премия за риск. Ну, в принципе, премия за риск здесь больше, то есть давление все-таки наверх оно существует. Вот, ну, то есть маркетмейкеры продолжают охранять этот уровень 1.0700 от пробоя вниз. То есть с точки зрения торговли получается следующее. Торговля выше устойчивая отметки 926, то есть суть выше уровня 1.0900 будет говорить о том, что будет попытка преодоления все-таки уровня 1.10 психологического. И в качестве целевых являются вот эти отметки 1.11 и 1.29. Но видно, что они располагаются слишком близко. Вот, и если эти отметки будут покорены, то, в принципе, нужно строить другую эту фигуру. Думается, что это будет прошито, и следующее сопротивление будет в районе 13.64. При его преодолении, вот здесь сильная защита стоит, работающая по 8 января, преодолеть ее крайне сложно. Вот, то есть, если даже движение наверх будет, то до окончания первой декады января, то есть никаких реальных моментов не произойдет. Вот, вообще видно, что до окончания первой декады января пытаются держать рынок в диапазоне, наибольшее количество контрактов во всех финансовых инструментах наблюдается, вот, и оно как бы уйдет с рынка только лишь к середине января, получается, вот, что-то созреет. Ну, другой вопрос, где окажется цена к началу января. Если будут биться сюда, да, сценарий уже будет, ну, более оптимистично выглядеть, поскольку это мы пройдем сопротивление в районе 1.1.50,
Вот, и окажемся в зоне маркетмейкеров, как сейчас, допустим, доллар, канадский доллар находится в зоне маркетмейкеров. Вот, и в этой зоне она может ходить достаточно долго. Вот, это же самое может касаться и пары евро-долларов в итоге, если все-таки будет устойчивое закрепление над вот этой границей риска, о которой я сказала. Вот. Далее, ключевой уровень, это уровень все-таки 1.10 психологический, вот, и к нему, в принципе, привязаны многочисленные стратегии. Я показывала стратегию в прошлый раз, опционную 0.9.1.3, которая укладывалась в как раз уровень 1.10. И на сегодняшний день тоже видны эти же стратегии по итогам пятницы. Та же самая стратегия 1.3.0.9. Вот, тоже центр по 1.10. Ну, как бы это нужно учитывать. А, то есть даже не сам уровень 1.0.900 границы риска, сколько 1.10. То есть торговля выше 1.10 – это еще более устойчивый сигнал, потому что все-таки цена направляется наверх. Вот. А дальше, значит, что можно сказать? Допустим, австралийский доллар. Да, я перейду сейчас. Да. Ну, что касается риска снижения, это вот пробой уровня 1.0.700, в данном случае уже с премией за риск некой, тут учитывается она. 168-154 – это та отметка, о которой я тоже говорила. То есть торговля ниже будет говорить о том, что возможен поход вот к этой защите 1.4. Это тоже нужно учитывать. Вот. Далее, значит, что происходит в паре фунт-доллар. Фунт-доллар происходит, в принципе, говорилось о том, что вот здесь существует тоже нейтральный диапазон 51.15-51.38. Я о нем каждый раз пишу в предмаркете европейском. То есть только торговля выше будет говорить о том, что да, пошли собирать какие-то сопротивления. Пока этого не происходит, следовательно, это понижательное давление. Видите, как точно цена входит по, значит, данным поддержкам. В данном случае достигнута уже последняя поддержка, значимая 48.70, и при ее пробое, в принципе, есть возможность очень быстро взлететь вниз. Вот, вот здесь вот уже такая зона более, так скажем, опасная. Вообще целью маркетмейкеров может быть 45-35 при пробое вот этой поддержки, где мы находимся. Если она не будет пробита, да, значит, следовательно, целью является все-таки возврат к 51.15-51.38, соответственно, закрепление и поход уже к сопротивлению. Варианты сейчас равновероятные. Далее, по австралийцу. Ну, говорилось о том, опять же, что существует нейтральная отметка 72.96, это уровень 0.73. Этот уровень, колл-уровень, он ключевым является, на нем большое количество контрактов. Из него начинается диапазон повышательных рисков. То есть при торговле выше мы будем, значит, собирать эти сопротивления. При торговле ниже понижательное давление. Ну, видите, как это все отыгрывается. Сейчас мы дошли до следующей поддержки 70.98. То есть торговые стратегии, они на что рассчитаны, то есть при пробое определенные зоны, значит, следовательно, ну, цел до следующей поддержки. Ну, так, так. А, далее, значит, что еще видно по австралийцу? Сейчас. Австралийский доллар. Так, ну вот уровень 73, о котором я говорила, с него начинается зона повышательных рисков. А, вот. И торговля ниже 72, это понижательный риск. То есть сейчас как раз мы находимся там. Вот. Что привлекает внимание? Контракты, которые накапливаются в февральские 73-75, все-таки, видимо, есть возможность все-таки преодоления уровня 73, в следующем целевом уровне будет 75. Эта же схема примерно видна вот здесь, в июньских контрактах. И сохраняется мартовская схема, сильная 79-80. Непонятно еще, для чего она существует, либо для того, чтобы затормозить рынок движения наверх, либо для того, чтобы ограничить, контролировать снижение пары, что тоже возможно. Докуда снижение, ну, видно, как формируется вот эта структура, то есть район 0.66, это ориентировочно. Далее, значит, по канадскому доллару, что, то есть ранее говорилось, что если цена преодолевает вот это вот, эти вот защиты, следовательно, она заходит в зону маркетмейкеров, и эта зона будет распространяться на 500 пунктов. В данном случае видно, что это вот как раз эти 500
500 пунктов и есть. Вот. Далее проблематично крайне идти, то есть все-таки доллар, канадский доллар, это пара готовится к развороту. И только лишь при развороте данной, соответственно, это касается и рубля, только при развороте данной пары можно будет говорить о том, что да, индекс доллара начал снижение. Пока то, что происходит, это все было на фоне выбрасывания пары евро-доллар в диапазон уровней 1.800 и 1.900, которые являются границей риска, чтобы обезопасить пару от движения там, вверх или вниз. Следовательно, обычно пару закрепляют вот в этой области. Тогда она будет долго, тогда будет долгое проторговывание и как бы это безопасное движение. Вот. Как бы своего рода защита. Ну и потом евро-доллар, она входит в индекс доллара с большим весом, следовательно, то есть доллар подвинулся именно из-за этого. Но с другой стороны, пока вот эта пара не развернется, то что говорить не о чем. Вот. Я думаю, меня слышно, видно. Угу. Так, далее. То есть ближайшее падение, к чему должно быть падение, это вот опять же к этой области поддержки 35.67, 34.92. То есть по сути это уровень 35.14, о котором тоже я многократно говорю. То есть пробить его сразу не будет возможности. То есть сначала отскок, скорее всего, будет. Только затем, после пробоя, нужно будет пробить еще вот эту зону, привязанную к уровню 33.33. Зона 30.98-30.32. И только после пробоя данной зоны можно будет уже рассчитывать на падение. То есть цель в районе уровня 1.25 у нас остается. Сохраняется. Это неточная цель. Вот. Значит, что здесь видно еще? Ну, здесь вот видно, опять же, что сейчас то есть заполняется контрактами вот этот диапазон, который маркетмейкеры пошили на 500 пунктов наверх. Видно, что 35.14 это значимый уровень. При падении следующий уровень будет 32.45, 33.33, то есть о чем я и говорила. И дальше при падении ниже этого уровня, соответственно, пара может собрать вот этот диапазон вплоть до 1.25. То есть такая вот схема, она как бы здесь видна. Эта же самая схема, она видна вот здесь, вот и в февральских контрактах. Эта же самая схема наблюдается, а еще более агрессивная. Наблюдается в мартовских контрактах. Вот, и эта же самая схема наблюдается в июльских контрактах. Ну, поэтому пару дожимают. Понятно, что когда ситуация прозрачная, маркетмейкеры ведут себя более хитро, вот, то есть долго, то есть отжимать будут до последнего. Поэтому там все так и стоит. Вот, это, в принципе, касается и рубля. То же самое. То есть много можно говорить о рубле по поводу, значит, там, сырьевой валюты и все прочее, развивающиеся экономики, там всяких труб, газа, нефти и так далее. Но то же самое тогда можно говорить о канадском долларе, да, соответственно, о Канаде, и говорить о том, что Канада это вообще полный отстой. Ну, вот как бы так, это, ну, вот это те легенды, то есть к чему они приводят, к каким логическим выводам. Ну, это бред. Вот. Далее, значит, доллар-франк. Говорилось о существовании вот этой вот нейтральной зоны 98-44-99-09, я многократно не говорю. То есть пока цена здесь, говорить не о чем, то есть только лишь торговля выше ниже будет говорить о риске. 1.0309 – это ключевой уровень, если, допустим, ну, для агрессивного движения доллара, если оно вдруг состоится, и соответственно, агрессивное движение при падении евро-доллара, соответственно, тогда пара должна преодолеть уровень 1.0309. Вот. Пока это не представляется возможным. Вот. Более вероятно, все-таки пробой 98.44 поддержки и уход ниже. Целевой уровень 95.24, то есть это исторический уровень, который давным-давно, в принципе, известен. Вот. Ну и это очень сильный уровень. Он может быть и не обозначен в контрактах и так далее. Но это психология такая невидимая. Только лишь при пробое 95.24 можно говорить вообще о каких-то серьезных вещах. Вот. Значит, далее. Что еще по франку? Ну, значит, по итогам, допустим, пятницы расклады идут такие, что торговля ниже паритета и все-таки движение вниз в направлении 95.24 на это больше закладываются, чем на что-то другое. Вот. Здесь видно, что действительно 309 как бы, этот уровень охраняется. Вот. По франку может быть большое падение. Вот.
Вот эта вот схема, она тоже сохраняется, 929 870, и чем дальше мы уходим от этой схемы, тем, соответственно, больше вероятность того, что данная схема введена маркетмейкерами для контроля падения пары, для контроля снижения, вот, а не для того, чтобы ловить рынок в случае роста доллара вечного. Вот как-то так. Ну, здесь достаточно мало контрактов в других месяцах, поэтому здесь внимание не надо заострять на этом. Главное сейчас январь, который вот эта вот схема удерживающая, и схема марта, которая указывает на часы. Далее возьмем доллар-иену. Значит, что здесь? Ну, тоже говорилось о следующем, что диапазон, скорее всего, будет сохраняться, поскольку вот здесь вот очень сильная поддержка. Нейтральная зона, очень узкая, 120-123, видно, как она работает. Вот при пробое, соответственно, вот цель вот здесь находится, 115-41-116. Вот. И наоборот, при пробое вот этой зоны, 123-42-136, мы пойдем в направлении уровня 125, и вот здесь будет защита уже стоять, 127-23-127. Об этом я пишу в европейском трейдмарке. Вот. Что касается расклада по доллар-иене, то здесь, значит, как у нас получается? Ну, вот это, в принципе, то, что сейчас держит рынок. Вот. Торговля получается ниже 121.21, да, она, то есть, говорит все-таки о возможности движения вниз. Ну, мы находимся как раз 121.21, это вот этот уровень, который сейчас проторговывается, по сути. Вот. То есть, в принципе, все так оно и есть. Что касается 115 и 116, то это вот здесь вот и область. То есть, да, действительно, при падении ниже, следовательно, идти туда вероятность высока. Вот. Здесь также мы находимся ниже 121.95, согласно контрактам январским, то есть тоже у нас более вероятно понижательное давление. Вот. И, значит, что касается марковских контрактов, ну, они особо не выделяют, здесь вообще надо сказать, что равномерное распределение по всем месяцам идет, то следующее будет торговля ниже 119.76, ну, по сути, 120, да, психология тоже идет с понижательным риском. Вот как-то так. Больше, как бы сказать, нечем. Видно, откуда 123.66, вот та зона взялась сопротивление. Потому что отсюда начинается пол диапазон. Сильный дальше 125 и уход в зону маркетмейкеров. Пока в зоне сложно пройти выше вот этой защиты, но если вдруг цена себя поведет так, что на конец, к первой декаде января выстрелит сюда, то там уже будут возможные риски собирать вот эту зону маркетмейкера, как это делать в паре доллар-канадский доллар. Это еще может быть достаточно большое движение сформировано. Вот, как минимум 500 пунктов, иене это может быть больше. Вот. Но пока мы закрепляемся под вот эти уровни, о которых я говорю, следовательно, понижательные риски все-таки преобладают. Пока идет закрепление по данным. Вот. Далее я бы хотела обратить внимание на что. А, ну да, в канале, да. Ну, это уже вообще другая история про национализацию, про в каких частных руках и так далее. История нелицеприятная. Ну, у нас как бы это не тема нашего вебинара, к сожалению или к счастью, не знаю. Так вот. По поводу нефти надо обратить внимание, я сделала публикацию на прошлой неделе, это, видите, под заголовком «Новая нефть UTI, анализ стратегии крупнейших игроков». Здесь это то, что будет работать по 14 января, опять же, до окончания первой декады. Вот. Здесь, кстати, маркетмейкеры делают хитроумные штуки, то есть не дают данные, то есть достаточно так интересным способом были получены данные в итоге. Вот, это еще раз говорит о том, что маркетмейкеры собираются какую-то производить ход. Скорее всего, обратно, то есть формировать, в конце концов, экстремум.
вот, если уже не формировали. Ближайшая, здесь указаны ближайшие поддержки, где находилась цена и так далее, где находится защита. Ну вот, я думаю, что кого интересует нефть, то лучше посмотреть подробно вот эту публикацию, которая была сделана у нас. Вот. Так, дальше что у нас? Плохо слышно? Ну, вроде бы всего на максимуме стоит. Так. И что касается, значит, золота, сразу говорю о том, что, ну вот, та отметка 1049, о которой тоже многократно говорила, она до сих пор работает. Вот, сейчас мы в зоне поддержки, которую пробивали, находимся. То есть этот расклад я тоже давала, это тоже находится в публикации на прошлой неделе. Вот, и стоит посмотреть, чтобы не повторяться, лучше посмотреть эту публикацию, там четко прописаны все числа, о которых идет речь. Далее, что касается S&P 500, да, была аспирация, да, существует новая схема. Я ее, к сожалению, сейчас пока не могу публиковать. И после отпуска краткосрочного такого в понедельник, я думаю, что будет публикация по как раз индексу S&P 500. Вот. Это как бы заявка на это. И, возможно, будет публикация по облигациям. Да, по облигациям я давала публикацию еще на прошлой неделе, она очень интересная. Вот, там повторяется схема интересная, которая уже третий раз встречается за этот год. То есть игроки учитывают очень-очень сильные риски. Следовательно, надо посмотреть эту публикацию. Вот. Ну, как бы обращаю внимание на это. На нефть и на облигации, на то, что было сделано в публикациях на прошлой неделе. Так, еще что сказать. Ну, больше, в принципе, сказать нечего. Еще необходимо отметить, какие существуют рисковые дни, наибольших рисковых дней. Это сегодня вот с американской сессии по 25-25 у нас выходной день, рынок не работает. Ну вот эти вот как бы сегодня с американской сессии, завтра, послезавтра. Здесь могут быть движения стояться. Далее, значит, следующее, если движения сформируются, то они могут длиться до 22-25 января, вот здесь вот, они могут быть продолжены. Далее, очень большие риски связаны с 16 февраля, вот, то есть построение каких-то экстремумов агрессивных связано с этим. И если эти экстремумы будут построены к этому периоду времени, то, следовательно, разгребать эти завалы будут до где-то района 22-25 мая. Нет, апреля. Прошу прощения, апреля. 22-25 апреля. Вот до сюда. Вот необходимо учесть такой календарь, о котором я сказала. Вот. А что за какие идеи, я постараюсь по мере приближения к данным числам, соответственно, их озвучивать. Ну а пока вот только так. Прошу прощения, мне пора заканчивать вебинар. Если есть вопросы, быстро я на них отвечу. Я по серебру не могу ничего сказать. Если будет время, я могу что сделать расчеты. Пока не могу ничего сказать. Не получается рассчитать сумму уровня поддержки. Я не знаю, кого это замечание по поводу доллар-иены. Но это нужно, если вы участвовали в моих семинарах в Украине, да, или там в Казахстане, то, соответственно, у вас есть со мной связь, вы можете уже задать вопрос другим способом, потому что сейчас я не могу на это ответить. Я даже не знаю, кому я отвечаю. Так, далее. Индекс доллара. Да, то, что было по индексу доллара сказано в прошлый раз, это все сохраняется. Так. Фунт иена – это кросс-пара. Если вас интересуют кросс-пары, ну, хорошо поняла. Следовательно, возможно, я сделаю расчеты по кросс-парам к понедельнику.
делаю, так скажем, ну, расклад по наиболее популярным парам. Вот. Можно было как бы этим пользоваться до середины января. Как-то. Вот. Ну, я думаю, так, еще по доллару, да, индекс доллара. Индекс доллара. Вот она. Это защита, которая, да, я не указывала. Так, она, защита стоит вот здесь. Вот, 124 и устраняется до 101.03. Вот. Вот здесь. Вот там есть. Ну, если вдруг она будет пробиваться, эта защита, то обязательно нужно учесть риски вот до сюда, движение. 103.61, 104.35. Вот это вот зона риска. Ну, тут точно так же зона маркетмейкера начинается после вот этого, вот этой защиты, которую я сказала. Сейчас речь идет как раз о нейтральном уровне. Нейтральный уровень это вот 98.61, 98.45. Вот это место, которое, то есть торговля устойчивая ниже, будет говорить все-таки о движении вниз, возможно, к уровню к 97 и дальше 96. Вот сюда вот. Ну и выше это понятно, когда уже на пробытии. Я по индексу доллара тоже делала публикацию на прошлой и позапрошлой неделе. Вот. Это тоже будет той публикации данные, которые будут, так скажем, актуальны до середины января. Можете посмотреть. Так, я думаю, что все. Всего доброго. Евро-доллар повторите. И, ну, евро-доллар, самое главное, это то, что есть, существует граница рисков 0,8-0,9. Все, торговля выше-ниже будет говорить о соответствующем движении. Значит, ну вот пока это неопределенность при торговле выше, в диапазоне 1,0700-1,10. Потому что 1,10 это психологический уровень ключевой. И, значит, 1,07 это то, что сейчас маркетмейкеры не дают пробивать вниз. Торговля ниже 1.800, соответственно, идет вот по данному сценарию. Это агрессивный сценарий похода вот сюда, к паритету. И ниже. Вот. Пока игроки все-таки больше закладываются на закрепление на границе рисков и движение выше 1.10. Пока так закладываются на это. Это видно. Вот. Но с другой стороны, всегда может что-то произойти. И еще раз говорю, что обращайтесь к тому файлу, который был, ну, он где-то лежит, наверное, в интернете, к тому вебинару, который был 7 числа, вот, это вся как бы, это было 7-го опубликовано, да, еще, то есть мы находились вот в этой зоне, то есть я делала тут эту разметку, она не меняется, видите, как она работает. То есть, в принципе, ну, как бы вот это все, что можно сказать, основной по паре. Так, все, всего доброго. Значит, прошу прощения еще раз за короткий вебинар. 28 числа, я думаю, что я буду на связи, вебинар будет 28 декабря. И, скорее всего, то есть, как и планировалось, 4 января также вебинар будет. Всего доброго, всем удачи. Дни рисков я оценила.